продолжаем нашу космическую автоматизацию. И теперь у меня есть все и даже больше. Я сейчас буду отбирать и вот это все воровать. Вот оно теперь, видите, в очереди. И, в принципе, я доволен. Да, я доволен. Давайте смотреть, что я могу еще поисследовать. У меня есть 26. Видимо, все-таки я получаю какие-то фундаментальные науки за то, что творит моя автоматическая срань. Добыча ископаемых — это, конечно, круто. Но вопрос — как же мне их доводить до базы? О! 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 Смотрите! Смотрите, какая тварь! Я хочу. Очень сильно. Ладно, мы должны... А что такое гарпун? Разъем гарпуна. О, это подожди. Модульная хрень, по-моему, нет? Ну-ка давай, попробуем ее сделать. Так, космический гарпун. Ты что тут сюда пришел вообще? Давай иди в жопу. Это я забираю, спасибо. Что у меня там? Нету ресурсиков, нету. Ну ладно. Ты уже съел? Ты уже съел. Надо еще что-нибудь засосать. Что тут есть классного? Медь, иди сюда. Все, пока. Приходится, видите, немножко менеджить эту тварь вручную. Но вроде угля полно. Я угля там засосал нормально. Тут восьмерочка уже. Надолго хватит, наверное. Но может потребление и превысить расходы, наверное. Ну, в смысле, добычу. Ладно, где эта штучка? Вот эта штучка на четверочку. И эта штучка, я полагаю, крепится на крышу, нет? Куда ты крепишься? Непонятно, походу никуда. О, гляньте-ка. Что-то мне это напоминает Void Train прям очень сильно. Гарпун этот. Я смогу тягать мою, я так понимаю, платформу. Только вопрос, куда и зачем? Ну, короче, давайте, вот там есть островок, да? Давайте вот сюда ее будем пробовать пришпандырить. Мне нужны металлические проводочки. Да. Сколько их надо-то? 4? В общем, 1 сделаем, этого хватит. Сейчас посмотрим, как работает гарпун. Но вроде у него энергия еще есть, видите, там вот выход энергии. И откуда я смогу зацепить? Я смогу зацепить ее отсюда, поэтому я его поставлю здесь. Так, ладно. Разъем гарпуна готов. А, как интересно, док. Не найден соответствующий... О, да ладно. Я смогу стыковать. Это стыковка, да? Походу, это стыковка. О, как интересно. Ладно, давайте подключим это дерьмо. Ну, чё ты бесишь меня? Не хватает меди, милорд. Сильно очень. Сейчас будет медь тебе. Где медь, медь, медь? Это железо, это лед. Вон медь, вижу тебя, иди сюда. Еще медь. Не могу. Не могу повернуть говно это. О, вот еще медь, иди сюда. Там еще уголь, по-моему, внутри. И мне это подходит, дорогая медь. Ну, я, в общем-то, наверное, сейчас еще сам подобываю, это быстрее будет. Начнем с угля, он быстро добывается. Как и лед, кстати. Надо бы льда тоже добыть, что-то у меня со льдом проблемы. Не, рафт вообще не напоминает. Мы же никуда не плывем. Мы стоим на месте. В рафте ты постоянно куда-то плывешь, ты постоянно в движении. Ты, мать твою, псих просто. Двигающийся псих. Так, сейчас я закину сразу вот это сюда, чтобы оно мне глаза не мозолило. Сделаю себе немножко кислородика. Подышать. А то как-то кончается, знаете. И закинем медь вот сюда. Пусть плавится. Так, чего ты там дашь мне? Давай, вот это мне все сюда. Угу. Ну и делаем провода. Сколько у меня их? 6? Вот 6 и сделаю. Проводов надо много, поэтому я не стесняюсь в своих желаниях. Нужны провода. Давай. Во. И сюда, и сюда. Все, эта херня работает. Что ты умеешь? А? Так, притянуть планетоид. Реально, она к островам притягивается. Твою мать. А-а-а. Так, ладно. И что ты будешь с этим делать? Да что, кто там меня теребонькает? Отвали. И что, все, что ли?
Потребление 5. Док. Не найден соответствующий док. Ну подожди. Можно ближе-то, нет? Нельзя ближе. Угу. Ладно, давай посмотрим, что на тебе есть. Короче, эта херня его притянула. Это прекрасно. Теперь мы должны разблокировать технологию... что дает мне водород? Движки. О! Электрический двигатель. Кварц. Так, кислородный бак, окей. Кислородный барьер. Вот это интересно, кстати. То есть можно еще и шлюзы делать. Строитель. О! Сканер. Угу. Добыча ископаемых. Давайте ее откроем. Потом инженерию, водород. Значит, добыча ископаемых производится... Где эта заветная кнопка? Наверное, здесь. Вот у меня есть какая-то вот на шестерочку штука. Воу. О. И к ней нужна энергия, естественно. Ну, конечно же. Ну, а как же мне тогда... Черт. Я не доведу отсюда конвейером это все. Мне надо вручную будет собирать. А мне не проще это просто вот взять так и добыть? Ведь оно все по квадратикам как будто бы сделано. А, серьезно? Воксели? Воксели, граждане. У нас тут с вами воксели. Майнкрафт, моя жизнь. О, я теперь могу вот так это делать. Хм, как интересно. Я могу вот так все сравнять, чтобы строить здесь удобно было. И у меня теперь в инвентаре есть какое-то говно, которое называется почва. И, видимо, эту почву я потом смогу использовать, чтобы выращивать деревья, как на заставочке в главном меню, да? Как интересно. Ладно, я не против. Я могу, в принципе, весь этот остров расхерачить, но я не буду так делать. Я хочу построить эту... Я даже не знаю, что это такое. Медь нужна мне. Тихо, тихо. Так, это что там? Лед и железо. Вон там есть уголь. Уголь берем, железо берем, ищем медь. Где медь? О, железо, лед. Ладно, это я тоже возьму. Меди нету, придется лететь. Вот медь. Ну, в целом мне нравится. Это довольно занимательная игра. Я начал добывать один астероид, но ты заставляешь меня добывать и второй тоже. Что ты за падла? Да. Угу. Так, ладно, пойдем переплавим. О, еще немного меди. Да, вдвоем мы с этим гребаным... Слушайте, такое ощущение, что у него во все четыре стороны можно поставить эти присасыватели. Да ты добудешь сегодня сколько там минералов? Давай уже исчезай. Спасибо. Сейчас закинем сюда вот это, и пойдем закинем уголь вот сюда. Все, допустите меня. Вот, смотрите, если посмотреть на вот его структуру, то как будто бы вот эта херня тоже модульная, и можно сюда ее докидывать. А это что такое? А пол, че? Подожди, какой пол? Водяной генератор. Угу. Водяной генератор. А зачем мне водяной генератор, чтобы получать энергию, да? Или нет? Наверное, да. А тогда зачем я здесь делаю воду, непонятно вообще. Ни хрена непонятно. Может быть, его тоже есть смысл куда-то построить и получать электричество из воды? Как думаешь, мелкий ублюдок? Используйте водородный генератор для преобразования углерода и воды в водород. Все понятно, но это пока рано. Подожди, мне нужно поставить автоматическую добычу сюда. Мне интересно посмотреть, как это будет работать. Так, а я меди-то не забрал, да? Ну вот, какой молодец. Сейчас. Вот моя медь. Сейчас поставим, посмотрим, как оно все происходит. Значит, мы прикручиваем сюда вот эту хреновину.
Вот она, типа, встает, допустим, здесь. Блин, я не знаю, она сможет добыть это все вообще, нет? Ну, короче. А, добудьте 3 грунта. Да подожди ты. Там их, в общем, здесь 20, здесь 23, здесь 34. Видимо, он 3 блока будет сканировать и добывать. Но сюда, естественно, надо подключить энергию. Вот у него есть выходная история. Ага, по потреблению всего 3. Ну, я могу, конечно, упороться и сделать еще один тупоугольный генератор. Или я могу сделать водяной генератор. Вот. Вот такой. Но сюда надо, получается... сюда надо кучу всего, наверное. Но я просто чисто поржать. Мы ж такое еще не смотрели. Мне интересно глянуть. Вот я его поворачиваю. Не сюда. Так, если я здесь буду энергию под... Ну вот, допустим, чисто поржать. Водяной генератор. Итак, что он делает? Он делает водород. Ага. И он потребляет энергию и потребляет воду. И чё? Какие рецепты у тебя? Гидротоник. О. Водородный бак. Интересно. Но это... Оно энергию-то не дает, получается. Оно дает только водородный бак. Поэтому я тебя сношу, дружище. Ты классный. Но ты мне не подходишь. Нам с тобой не по пути. Расхерачьте мне это дерьмо. Док на остров пердолить? О, слушай, это мысль. Это прям мысль. Ну, давай попробуем. Ха! Мне нужно для этого вот такие штуки. Один. Давай попробуем док впердолить. Мне кажется... А он впердоливается, смотри. Ха! Сейчас поржем, подождите. Вот здесь будет док. Ну и чё? А, подождите. Вот сюда. Не притягивается. Можно только покинуть, и все. Ла, генератор, короче. Мне нужен генератор. Это вот эта штука. У меня есть на нее ресики. Я ее сюда сейчас поставлю. Блин, какая она здоровая. Просто охренеть. Давай вот так пока. Потом я ее, наверное, куда-то снесу и что-то изменю. Проводов у меня вроде хватает. Поэтому делаем это. Да вверх я хочу делать. Вот. И вот так вот поверху мы сейчас будем разводить его. Энергию эту. Это сюда. А это, соответственно, сюда. Я не могу прикрепиться почему-то к ней. А, потому что у меня кончились сраные провода. Медь-то есть? Есть. Будьте любезны мне опять. Давай. Спасибо, спасибо. Так, вот я, короче, все подрубил. Да, и мне надо закинуть сюда... Ой, слушайте, у меня проблемы с кислородом. Я тут забылся совсем. Так, сейчас угля притянем. Дайте мне вот... Вот... это уголь? Уголь, иди сюда, уголь. Уголь есть. Здесь у нас железо. Здесь у нас уголь и железо. Здесь у нас просто уголь. Давай еще угля. А я пошел добывать себе немножко в же этого, вот жидкого. Вот что пить надо, понимаете? Пить. Вот это говно. Мне очень надо. Да-да-да, Миша, я вижу, все нормально. Мы не сдохнем, все будет хорошо. Немножечко кубиков льда помогут мне выжить. Вот тут еще кубики подъехали, 5 штук. Так, и я пошел употреблять кислородик. Да, тут, конечно, надо переделывать все. Все, проблема решена. Проблемы больше нет. Что у меня еще в инвентаре валяется? Немножечко угольной руды, которую я сейчас вкину вот сюда. Получите, распишитесь. Так, и получается, бур у нас пошел работать, да? Ты что делаешь, падла? Ты куда роешь? Идиот. А изменить, повернуть направо, повернуть налево. Ты покой хер копаешь-то? О, что-то мне этот билдкрафт сейчас напоминает сильно из Майнкрафта. Ну, в общем, я так полагаю, что он все вот эти блоки выковыряет.
Что-то мне так подсказывает. А пока он в себе хранит уже почву. Вот. И, о, пошел медь добывать. Наконец-то. Какой ты молодец. Слушай, 2 года даже не прошло. Все, медь он добудет. Я за него чертовски рад. Давай попробуем стрельнуть. Вот куда я могу стрельнуть? Мне надо в ту сторону куда-то улететь. Ну-ка. Я его подтягиваю или себя? Я его подтягиваю. Ха. Так, стой. Ну, это, наверное, так не работает. О, смотри! Заработало нахрен! Гляньте-ка, какая хрень! Твою мать, как клёво! А чё это за док для дварфов, что ли? Как мне пройти-то туда? Алло, полудурки! Что за говнодок? Он, видимо, делается на стенках, а я его... Ну, блин, прикольно. Да, я прям... И чё, он энергию проводит? О, как клёво, а? Не, ну вы поняли, да? Смотрите, какое стекло. Оно как будто бы начинает леденеть. И у меня такое ощущение, что энергия-то я как бы подаю. Ну-ка, дай сюда нахрен. У меня вопрос. У меня вопрос, который называется... Вот я сейчас сюда энергию положу. Топливо, в смысле. И мы, по идее, подключены же, нет? К сети, нет? Ну, а что так плохо? Подожди. Да ты задолбал меня, робот! Что ты хочешь? Построй лабораторию для исследования улучшенных технологий. Да подожди ты нахрен. Я хочу сюда зайти. Линия. О, твою мать! Смотрите-ка, как интересно. Линия 1. Вот. А, это... О! Ясно. Ясно. Притянуть астероид. А энергию я не могу передавать, что ли, через нее? Не может же такого быть. Ну, должно же быть что-то. Так, отстыковать. Состыковать. Он все равно состыковывается. Но почему я энергию не передаю? Кто умеет знать? Структурная линия. Линия 1, вот вывод. Я могу что-то туда поставлять, я могу что-то оттуда принимать. Вопрос, как мне подключать туда энергию? Он же, по идее, должен это дело как-то проводить. Нет? Я аж, видимо, что-то не так понимаю. Или мне постоянно генераторы строить надо? Это же бред. Так, а тут что у нас? Здесь у нас... Ох ты ж, ё-моё, ты посмотри, сколько угля. О, я это хочу. Я это очень сильно захотел сейчас. Где у меня это стыковочное дерьмо? Вот. И мне очень сразу стало интересно. Если я его сюда вот подключу... Ну, понятно, сейчас у меня ресов нет. Как я состыкуюсь, когда у меня здесь остров? Хо, интересная фигня. Ну, короче, да, мы выяснили. Мост вот этот стыковочный не проводит электричество. Что печально. Есть что? Уголь есть? Уголь и вот, в общем, это. Да, травка в космосе шевелится. Ну, а что вы хотели? Космос такой, он непредсказуем. И мне нужно немножко угля добыть вот этого вот. Просто очень интересно знать... Как же мне стыковать острова, которые, например, вот мне не принадлежат? Я хотел бы их сюда запихать. Я, наверное, это дело скоро проверю. В общем, работает штука. Добывай мне медь. А эту я, наверное, сам сейчас добуду. Потому что переставлять все здесь я не очень-то хочу, на самом деле. Я, наверное, долго буду так ковыряться, да? Ну, не быстро точно. Зато это все можно поставлять через док. Что, по-моему, прекрасно. Его надо было ставить, знаете, куда? Этот док сраный, вот сюда. Если бы я поставил этот док сюда, то я бы мог вот тут... Я, наверное, так и сделаю. Я сейчас его... Ну вот сейчас мы добудем здесь все, и я его переставлю. Док должен быть в правильной стороне. И мы должны потреблять там все это. Уголь и всю вот эту вот хрень. Миша, ты думаешь, вермишель, ты думаешь, что можно острова к себе забрать, да, чтобы расстраиваться? Ну, тут же можно базу расстраивать. Зачем мне острова? Мне кажется, сама платформа прикольнее работает. Вопрос только, как они генерятся? Вот видите, еще один появился там вдалеке.
Они либо рандомно генерятся, либо это действительно как рафт в космосе, и мы потихонечку куда-то движемся. Но они-то не двигаются, видите, они появились там, и все, притягивай там, развлекайся. Вот, конечно, вопрос серьезный, да. Но мы это дело сейчас проверим. Я сейчас это отсоединю, туда присоединю и попробуем притянуть остров с этими, с углем. Если у меня будет столько угля, у меня будет херва гора энергии, а энергия это прекрасная, это офигенно вообще. Я, кстати, добыл этот камень, а там вон еще один. И я его продолжаю добывать. И мне, по-моему, не сыпется за это никакая наука, к сожалению. Ты что, все, кончился, что ли? Блин, он кончился. Иди сюда. А, это железо, стой. Во-во-во-во-во. Тихо, тихо, только не разбивайся, друг, не разбивайся. Ну что ты за мудак-то? Я тебе один уголек принес. На, поработай. А где еще есть уголь? Во. Ладно, этот уголь я тебе отдам. Где он? У тебя там что, внутри что-то есть? А, вот. Тут уже. Где уголь? Уголь. Вот он, привет. Там 6 угля, ничего себе. А, по-любому будет социопат, ферма и космическая картошка. Но вопрос только, у меня же нет еды в потребляемости. У меня есть только кислород. А, да. На, ну что я стою-то? На, поработай. Как не свой прям. Но вообще было бы логично, если бы вот эти доки проводили энергию, чтобы можно было подсоединять острова эти сраные. Но их почему-то подсоединять нельзя, что печалит меня сильно. Так, все, я добыл. Давайте закинем это все в переработчик. Давай, ты уже тут застоялся. Вот у тебя куча меди. Просто жри ее, употребляй. Он все еще уголь расковыривает. Долго ты, друг, шевелишься-то? О, видите, как клево. Поехал. Вот это мне нравится. Да подожди ты со своей лабораторией. Что он меня бесит все время? Не беси меня. А то я тебя сейчас вон туда запихну вместо меди. Будет тебя ковырять вот этот бурек. А? Хочешь? Он наковырял 119 руды. Твою мать. Вот с медью проблем не будет. Вот прям вангую. Ха-ха. Пока не будет. Но долго ждать-то нет. Я тебе помогу, короче. Ты задолбал. Все. До свидания. Вырубайся. Это я забираю. Почва мне, наверное, пригодится. Правда, я не знаю, как же мне ее строить-то. Вот, она только на плодитоидах строится? Или я могу прямо сюда тоже херать? Нет, сюда не могу. Да, не могу. Вот так вот. Ну все, я же тебя... А, я его вырубил. Все, он не работает? Не работает. Эту херовину мы тоже вырубаем, забираем из нее все ресурсы и сносим это и вот это. Ну и провода, получается, тоже все сносим. Вот так, и вот так, и вот так. Сейчас у меня глаза вытекут от этого желтого цвета. До свидания. Видали как? Я пылесос космический. Вот так меня и завидят. Вот тут еще медь. Но мне пока не интересно. Я вот это все забираю. А и вот это, кстати, тоже забираю. Давайте все вернем. Вообще вот эта система с утилем — это говно. Вот мне не нравится совсем. Видите? Это говно. Мне так не нравится. Я хочу, чтобы у меня сразу ресики возвращались. Всего 3 железа? Вот ты падла, а. Дороже стоило, говно. Что тут есть, что поковырять? О, лед забираем. А там что у нас, медь? Нет, меня уже тошнит от меди. А вот здесь есть железо. А, здесь уголь есть. Давай заберем тогда. Меня тошнит от меди, но не настолько сильно. У тебя топливо-то есть? 11. На тебе еще 3. Что, давайте вот это тоже сносить. И мы сейчас проведем с вами эксперимент. Вот. Прикольная анимация. Вот видите, что за хрень?
Я теперь должен все это сюда закидывать, чтобы получить обратно свои гребаные катушки. Ну ладно. Это, видимо, какой-то ноу-хау разработчиков. Не будем выпендриваться. Значит, смотрите, я хочу поставить эту штуку, на которую у меня нет железных катушек. Что, кстати, странно. Хотя, что я удивляюсь, я же все просрал. И оно же не полностью возвращается. Вот, я хочу эту поставить так, чтобы можно было из нее получать ресурсы. Например, вот сюда. И таким образом, я молодец. Вот, все, спасибо, до свидания. И теперь подключаем к энергии. Вот так, например. Все, он работает. И вот, давайте попробуем притянуть планетоид. Я могу вращаться, как вы видите, во все стороны. Вот это хочу. Вот смотрите, я его притягиваю. Я, видите, да? Я его притягиваю. Так, окей. Ладно, это уже интересно. Что за говно? Ну, ладно. Мы, допустим, предположим, здесь у нас будет стоять бур. Значит, мне нужен док вот с этой стороны. И я его, собственно, хочу установить здесь. Что там не хватает? Опять сраные катушки сейчас. Давай-ка 5, короче, сразу. Вот прям, чтобы не думалось на будущее. Вот. Он у нас будет стоять здесь, этот сраный бур. И здесь будет стоять док. И мы попробуем сейчас его состыковать. Я не знаю, как это получится, но это будет очень смешно. Не найден соответствующий док. Так вот же ж, ты чё, тупой что ли? Смотри, вон док. Так. Ну, он сильно бесит меня сейчас. Да. Может, он должен быть под напряжением? Или он должен быть направлен в ту же сторону? То есть, если я правильно понимаю, если я поставлю док вот здесь... Да, дай мне. Ну чё ты? Меди нет. О-о-о. Какая трагедия. Сейчас. На, жри. Медь, жри. Медь. И отдай мне медь. Спасибо. Сейчас посмотрим. Просто, чтобы понимать вообще механику. Вот, допустим, док здесь есть. Это док с правильной стороны. Тебе должен понравиться. Пробуем. Поняли, да? Нужен док в определенном направлении. И, боже мой, как это ублюдски смотрится. Опачки. И притянули. Ладно. Но зато теперь понятно, да, как работать с этими доками. И это на самом деле прикольно, что у него хотя бы коллизия отключается и меня не сносит нахер вправо в бездну. Вот, да, меня не сносит вправо в бездну. Но энергию мы все еще не умеем проводить через доки. И это очень странно. И здесь у нас будет вывод, здесь вообще ничего не будет. Подожди, здесь должен быть вот, получается. Вот так. Вот. По этому конвейеру сюда будет доставляться уголь, который здесь будут выковыривать. Да. Но с питанием все еще говно. Я не понимаю, почему его нету. Видите, если на проводе нету таких вот золотушек, значит, питание не проводится. И это для меня загадка, потому что оно должно проводиться. Может быть, тут какая-то кнопка есть секретная, я не знаю. Потребление. И все. Может, оно дальше. Давайте посмотрим в исследованиях. Где я вообще док изучил? Док, ты где? Это водяной генератор. Плавильная печь. Вот, космический гарпун. Нет, у него нет никаких выходов. Добыча ископаемых. Бур, окей. Автоматическое управление, сканирование, строительство. Устройство для производства листов из брусов. Ну, понятно, эта штука открывает автоматический крафт вот этих вот вещей, но мне, по-моему, еще и так хорошо. Не знаю, что такое кислородный барьер, но знаю, что... О, смотрите. Во, система для подключения космических колоний и или планет необходима для прибытия космонавтов. Миграция населения. В смысле, подожди. Ха! У нас тут еще и люди, обучение колонистов. У нас люди будут здесь, прикиньте. То есть я не просто какой-то придурок. Я очень умный и эффективный придурок. Нормально. Ладно, нам нужен генератор, получается. Причем который пусть сам себя, наверное, питает. Нет, так это не работает.
так это не должно быть. Да, мне его еще и не поставить-то особо ровно. Он, видите, ну давайте так, что ли, поставим. Давай так, да. Я хочу подключить тебя. Что-то как-то не пошло, по-моему. Ну, в общем, вроде пошло. Да, это можно удалить. Так, пока я в него уголь не закидываю, собственно, нам нужен бур. Бур, который будет бурить. Бурить он будет. Вот видите, все, что закрашено, он выбурит в хлам. И нам надо подключить сюда энергию. И вот здесь пойдет конвейер, вот туда. А энергия над ним, которая у меня только что кончилась. У меня есть куча, вообще куча. Давайте сразу 10 просто, вот дай мне этого дерьма больше. 10 проводов хочу я. О, черт, у меня кислород, кислород. Я застроился. Дай мне это дерьмо незамедлительно. Вон, уже ХП кончается. Сейчас подышим, сейчас, секунду. Сейчас, сейчас. Все нормально. Все нормально. Где это говно, которое кормило меня воздухом? Дай мне его. Дай мне, пожалуйста, еще. Я что-то распереживался. А вообще, кстати, я, по-моему, говно сделал. Нахрена мне здесь генератор? Вот. Когда я ж могу с базы энергию-то протянуть, как бы, вот. Вот так. И все, и no проблема будет у меня. Сейчас. Это можно удалить. Хотя бы с проводов мне все возвращается. Это радует очень сильно, что провода мне возвращают потраченные. Так что я сейчас просто с базы запитаюсь и буду таков. А это все, будьте мне любезны, обратно вернуть. Вон, видите, сколько проводов вернулось. Потрясающе. Ой, да, чуть не сдох. Вот так вот и бывает. Вот до сюда дотягиваем. Теперь сюда. Теперь сюда. Да, да, что-то тут не так явно. Как-то он криво поставился. Так. По-моему, что-то не работает, господа. По-моему, что-то и явно не работает. Оно не подключается. А почему? Это интересно. Так, ну-ка спусти меня на землю. Смотрите, я не могу подключить его. А нахера? Мне его тогда в принципе-то подключать. В жопу пусть идет, я подключу сразу бур. Я сейчас очень буду ржать, если бур не подключается. Вот просто вот прям, да. Это будет очень обидно, мне кажется. Было бы ржачно, если бы он так работал, да? Но он так не работает, к сожалению. А что, он к нему реально он реально присасывается к нему? Слушайте, я не могу запитаться. А что за бред? А, игра, ты что меня бесишь, а? Он не хочет питаться, вы поняли, да? Вот я могу так даже сделать. И он не питается, он не соединяется. Все, я в жопе. Я в жопе. Может, тут какая кнопка есть классная, нет? Потребление 5. А что ты не потребляешь-то, тварь? Я ж тебе даю бесплатно. Все, план пошел по бороде. Придется все-таки делать так, как я изначально планировал. Вот говно. Ой, лишний удалил. Ну ладно. А это что за херня? А, это я тебя не удалил, прости. А вот... О, смотрите, что за баг. У меня там внутри провод. Вот, видите? Как это вышло? Это вышло случайно. Ладно. Ну, не хочешь подключаться? Ну и пошел ты в задницу. Мы тогда просто сделаем вот так. Вот где там выход-то энергетический? Во. Я его так подключу, и пошли они все. В задницу. Видите, теперь соединяется. Ну да, ладно.
Так, что у нас там? Две пластины всего. Железо у меня 4 почему-то, но это не слитки, поэтому я на базу пошел. Железо фармить надо мне. У меня вот тут меди полно, а железа нету ни хрена. Так, уголь. Ну ладно, уголь-то мы берем. Вот тут есть немножко железа. Короче, сейчас походу сам буду это железо фармить. Это будет гораздо быстрее, чем если я буду доверять это автоматической системе. Ну вы поняли, да? Опять у меня кислород сраный кончается. Рим, подсоедини через док. Что подсоединить, КМЛ? Я только что это подсоединял. Оно так не работает, понимаешь? Не работает. Я это проверил уже. У меня, по-моему, должна быть... Да, у меня там 2 кусочка льда есть. Сейчас я закинусь. Льдом. Мне надо что-то придумывать уже с кислородом. Я задолбался подыхать. Ну, в смысле, пытаться подохнуть. Надо что-то вот как-то с энергией-то они, по-моему, подобосрались. Мне кажется, это логично, что через док должна энергия подаваться. А она не подается. Как будто бы вот они специально это ограничили, типа, страдай, тварь. Страдай. А я бы не хотел. До свидания. Ничего себе тут нагенерило. Я, пожалуй, немножко льда еще пособираю, чтобы не подыхать опять. Вон за него фундаменталочка падает. Мед, спасибо, я воздержусь. Спасибо, конечно, но я воздержусь. Не-не-не, Данил, это управление конвейерами. Это не управление энергией, это именно вот куда конвейеры будут идти. Я же пробовал. И на ввод, и на вывод, что хочешь делай. Не идет оно, не идет. Энергия не идет. Вот, сука, смотрите, не увидел. Тут еще немножко залежей меди. Так, возвращаемся на базу и даем этому пожрать железо. А что ты не работаешь? А, у меня энергия кончилась. Я столько засосал угля, а ты, падла, не работаешь. Сейчас надо толчок, так сказать, первый. Что это такое вообще? Что это? Иди нахрен. Надо первый толчок сделать и посрать в нем. И надо, чтобы он заработал, да. Сейчас ты заработаешь, падла. Наверное, все-таки генератор этот не очень эффективен. Он должен быть эффективней, да. А я пойду себе кислородиков качаю, а то что-то опять херово дышится мне. Да, вот так вот оно и происходит. Че там, где мое железо? Так, это медь идет. Вот 2 слиточка есть. 2 слиточка — это классно. Мне надо больше слиточков. Мне нужны вот эти штуки. В количестве 2. Да, плохо, когда мало железа. О, что у нас тут еще есть по энергии? У нас есть движки, электрический двигатель, который жрет водород. Я так полагаю... А, эта штука помогает мне перемещаться через космос. Как вам такое? Я смогу двигаться. Это прикольно. Сборщик роботов. Еще какие-то роботы есть. Воу. Строительство разблокирует. Это ладно. Мне интересно, есть ли какая-то технология, которая позволит мне больше воды. Но, походу, нет. Ну, или пока нет. Я не знаю. Расширение, детали, ангар, солнечный... О, солнечная энергия. Смотрите, вот оно. Вот она. Солнечная энергия. Солнечная энергия в космосе — это бесконечная энергия. Вот. Ну, еще там какая-то химия. О, там земля нужна, смотрите. Блин, здесь столько всего. Это прекрасно. А еще, смотрите, что. Отобразить панели очков технологий на экране. Я отображу, кстати, это удобно. Хотя бы буду видеть, сколько у меня гребаных очков. Где мое железо? Дайте мне его. Дайте мне это говно. Мне нужны 12 плит. Надеюсь, кстати, с них тоже возвращается 100% или нет? Вот это вопрос. Давайте проверим эту теорию. Построим один левый конвейер вот здесь. Теперь его снесем.
И теперь его переработаем. И что из него вывалится? Вот это вопрос. Ну-ка, дай сюда. Сейчас посмотрим. Что из него выпадет. О, отлично. Он возвращает 100% ресиков. Это прекрасно. Все, тогда нормально. Тогда все хорошо. Большие объекты, понятно, что меньше. Но главное, что конвейеры и провода возвращаются полностью. Это меня радует. Очень сильно. Так, ну что, давайте конвейер делать. Значит, руда поедет оттуда сюда. Вот сюда. Здесь у нас есть фильтр, который уголь пропустит дальше, а все остальное поедет сюда. Но я сомневаюсь, что там будет что-то остальное. Здесь, мне кажется, один только уголь и есть. Вот. И теперь нам надо это все дело отправить вот в эту сторону. Поэтому раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В жопу я пошел. Да, нету немножечко у меня. Теперь есть одна. Но это одна, мне надо больше. Давай последнюю сделай мне, и мы запустим же этот сраный процесс. И у меня будет максимальная автоматизация. Знаете, как я его запущу? Вот так. Халява. Это халява. На, работай. И пошло дело, пошло дело. Вот и пошел наш уголек в наш любимый генератор. О, да, угля здесь будет прям до хрена. Я бы даже сказал, неприлично до хрена. А теперь главный вопрос. У меня есть фильтра, у меня есть блокираторы. А почему у меня нет делителей? А? Так. Я просто о том, что мне бы было неплохо, если бы я мог разделить этот конвейер на два потока, чтобы что-то шло в этот угол. Уголь. А что-то в тот. А как же это сделать? Ну вот, допустим, типа я здесь ставлю такую штуку. Как мне отправить этот уголь туда? Если я сделаю сбрасыватель, он весь туда поедет. Видите, в чем проблема? Может, в этом сбрасывателе есть какая-то логика? Ну-ка, подождите. Где он? Вот. Три. Так, выберите ресурс, очистить все. Это что за говно поехало? Подождите. Это поехала земля. Подожди. Да, второй раз уголь я не могу взять. Угу, угу. Ясно. Тут никакого процентажа нет, скажем так. Но он сбрасывает, это радует меня. А это можно забрать-то, нет? И что с этим делать, простите? А? Вот так, что ли? Ну, окей, ладно. Ну, в общем, вы поняли, да? Земля у нас пойдет, походу, в переработчик, который, кстати, не умеет ее обрабатывать. Он не сдохнет у меня от такого наплыва интересного ресурса? Так у меня нет делителя. Нету делителя, понимаешь? Есть только... А вот на пятерку это не делитель? Ну-ка, подождите, где у меня? Вот. Вот, распределитель. Разделение ресурсов. Вот это нужно мне. Для этого нужно вот это. На него не хватает чего? Инженерия, ранняя наука, получаемая, понятно. Мне нужно сделать лабораторию. Тогда я смогу делать делитель, и тогда он будет выполнять все мои нахрен команды. Теперь я понял. Это очень интересно, товарищи. Игра многообещающая. Абсолютно. Но пора и меру знать. У нас есть автоматизация, мы выкачиваем ресурсы с ближайшего какого-то нахрен астероида. Эту хрень еще можно будет заставить летать, что прекрасно. Но пришло время прощаться. Да, робот, иди в жопу. Ты задолбал меня уже, я тебя киркой убью нахрен. Я твою папу бью по кусочке.